Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. На первый взгляд мой лук выглядит прекрасно. Целое зеленое море лука, такой сочный цвет, толстое перо. Но эта красота обманчива. Проверяйте свой лук ежедневно. Я вот сегодня при осмотре лука увидела вот такие белые штрихи. Видите, вот перо. Одно зеленое, а другое со штрихами. Это значит, что на лук уже начали покушаться вредители. Вот это перышко. Если вы откроете такое перо, вскроете, сейчас вам покажу, то увидите, что внутри там расположен маленький-маленький червячок. Значит, луковая муха уже отложила личинку, и он родился. Вот он. Немедленно нужно принимать меры. Обработка. Обработка препаратами от вредителей. Я завтра или послезавтра тоже буду обрабатывать и постараюсь снять. Так что вот эта луковая красота, это еще ничего не значит. Лук уже едят вредители. О том, как правильно выращивать лук, как получить хороший урожай, я уже снимала видео. Заходите на мою страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Вот лук после дождя, конечно, очень хорошо выглядит, но без нашей помощи, без обработок от вредителей, он может, хороший урожай у нас, быть только в мечтах. Нужно помогать луку. Вот сейчас дождик пройдет. Во время дождя обрабатывать бесполезно. Придется ждать день-два, когда кончится дождь. Как только кончится дождь, приду обрабатывать, все это сниму на видео. До свидания.